На столичных курортах утомленные солнцем минчане спасаются от жары в бассейне под открытым небом. С самого утра с критическим плюсом на столбике термометра любители позагорать спорят в центре самой популярной зоны отдыха столицы. Спортивно-оздоровительный комплекс на улице Сурганова позволяет мысленно попутешествовать по экзотическим странам, просто нырнув в бассейн с минеральной водой, либо просто притаившись в тени на шезлонге. Хорошо в центре города, очень удобно, чистая вода, чистый бассейн. Вот, культурная зона организована. Стоит прекрасная погода, июль обещает жарким, так же как и август. И я думаю, что посещаемость будет на самом высоком уровне. Людям нравится, все счастливы, довольны, солнце, вода с минерального источника. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт tv.by, звоните по телефону горячей линии 1-600-700. И помните, нам важны подробности.